С 1 сентября занятия по самбо появятся в 146 школах в качестве третьего урока физкультуры. А уже через 4 года этот предмет станет обязательным во всех учебных заведениях края. У нас 141 учитель физкультуры прошел переподготовку для того, чтобы мог заниматься первичным занятием самбо с учениками школы. И если в этом году эксперимент увенчается успехом, у нас все школы края перейдут на обязательное занятие самбо на уроке физкультуры. Это наш российский вид спорта, самооборона без оружия, которая позволит им быть и физически сильным, и духовно. Отдельно обсудили развитие инфраструктуры в крае для занятия физкультурой. По поручению Вениамина Кондратьева в этом году планируется строительство 20 малобюджетных спортзалов и 10 универсальных площадок. Мы сегодня максимально набрали этот темп, чтобы молодежь, чтобы жители края занимались спортом. Сумасшедший темп. Поэтому, на самом деле, первое место в России 4-й год. Но давайте дальше теперь не отстанем с условиями, с возможностями для тех, кто хочет заниматься спортом. А это спортивная инфраструктура, это объекты спортивные, в которых можно заниматься спортом на хорошем уровне. Это принципиальное мое решение, что 20 малобюджетных спортивных залов, спортивных комплексов, если хотите, должны в этом году быть построены. Игорь Петрович, здесь прошу просто заложить эти деньги в бюджете, они уже предусмотрены. И на ближайшие 3 года, как минимум на 10 спортивных малобюджетных комплексов, тоже деньги предусмотрите и сделайте эти статьи защищенными. Самое главное, Вениамин Иванович, что вот эти малобюджетные спортивные сооружения мы открываем не в районных центрах и крупных городах, открываем именно в поселках, станицах и хуторах. Там, где другого объекта, где можно заниматься круглогодично, нет. Поэтому, естественно, что это повысит и уровень занятости наших жителей физической культурой и спортом. Еще одним стимулом для развития спорта должно стать внедрение норм ГТО. Сегодня Краснодарский край занимает 2-е место по реализации этого проекта. В прошлом году сдать нормативы вызвались 188 тысяч кубанцев. Из них 77 тысяч получили знаки отличия.